नमो भगवते वासुदेवाया ॐ नमो भगवते वासुदेवाया ॐ नमो भगवते वासुदेवाया ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददति स्वापदाञ्चिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Намо Вишну Падая Кришна Приштхая Бхутале Шимати Бхактивиданта Свами Нити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеше Шунья Вади Пашчатя Деши Тарине. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 15, описание Царства Бога, текст 24. Ебхьярдхитам апичанан ригатим прапанна Кьянам чататва вишаям саха дхармам ятра Нарадханам бхагавато витарантя мушья Самохита витатая батамая яте. Господь Брахма сказал: «Дорогие полубоги, человеческая форма жизни столь ценна, что даже мы стремимся родиться людьми, ибо только человеку дано в совершенстве постичь смысл религии и обрести совершенное знание. Если живое существо, получившее человеческое тело, не сумело постичь природу Верховной Личности Бога и Его обители, это значит, что оно находится под сильным влиянием внешней энергии Господа». Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе Брахмаджи резко осуждает тех людей, которые не проявляют никакого интереса к Верховной Личности Бога и Его трансцендентной обители Вайкунхе. Родиться человеком мечтает даже сам Брахмаджи. Материальные тела Брахмы и других полубогов гораздо совершеннее человеческих. И тем не менее полубоги, в том числе Брахма, стремятся родиться среди людей, потому что только в человеческом теле живое существо может обрести трансцендентное знание и достичь высшей цели религии. Вернуться к Богу за одну жизнь невозможно. Но живое существо, которое получило человеческое тело, по крайней мере может понять, в чем заключается смысл жизни и начать действовать в сознании Кришны. Человеческое тело называют величайшим даром, ибо оно является тем кораблем, на котором можно пересечь океан неведения. Духовного учителя принято считать опытным капитаном, который правит этим кораблем, а знание почерпнуто из священных писаний попутным ветром, помогающим пересечь океан неведения. Человек, который не пользуется предоставленными ему возможностями, по сути, дело совершает самоубийство. Таким образом, тот, кто получил человеческое тело, не развивает в себе сознание Кришны, отдает свою жизнь на откуп иллюзорной энергии Господа. Брахма скорбит о печальной участи таких людей. Еще раз перевод. Господь Брахма сказал: «Дорогие полубоги, человеческая форма жизни столь ценна, что даже мы стремимся родиться людьми, ибо только человеку дано в совершенстве постичь смысл религии и обрести совершенное знание. Если живое существо, получившее человеческое тело, не сумело постичь природу Верховной Личности Бога и Его обители, это значит, что он находится под сильным влиянием внешней энергии Господа». Здесь Брахма говорит несколько важных вещей о ценности человеческой формы жизни. В этом мире люди тоже ценят человеческую форму жизни, потому что они видят, что она предоставляет больше возможностей, чем тела
низших живых существ, которые очень сильно ограничены в своих возможностях, у них нет ни системы образования, ни какой-то культуры особо, они просто их совершенство в жизни, если у них они как-то устроились, чтобы решать свои четыре потребности жизни, если это там какие-нибудь домашние животные, если у них хороший хозяин, то вопросы все решены. В принципе, у людей тоже такое же решение. Если найти хорошего хозяина, то тоже все вопросы решены. Именно по этой причине люди стремятся устроиться в какие-нибудь такие хорошие места, где хороший хозяин. Он, который заботлив, который предоставляет все возможности для труда и какие-то там социальные гарантии дает людям. Вот если им удалось такого хорошего хозяина найти, то они тоже очень счастливы, говорят, место золотое, замечательное, все возможности, хозяин понимающий, заботливый. Вот. Но в материальном мире такое довольно-таки редко встречается, особенно в Кали-Югу, чтобы так удачно устроилось живое существо. Вот. И поэтому здесь есть другая альтернатива. Кришна себя предлагает в качестве вот такого наилучшего заботливого хозяина. Единственное, что людям не очень понятно, это как вот устроиться вместе с ним. Вот, потому что он невидимый, он такой, вроде мы говорим, святое имя, Кришна не отлично от Кришны. Но я повторяю, и если Кришна не отлично от святого имени, Кришна, если находится в экстазе, то почему я не в экстазе, да? Вот, и человек думает, что-то здесь не то. У него нет веры в то, что святое имя Кришна и сам Кришна – это одно и то же. А Кришна лично, вот так он является крайне редко кому, только вот он в форме еще Арчи Виграха в храме для удобства поклонения, для удобства медитации появляется. А вот так, чтобы вот личностно живьем, сложно. Но если у людей есть определенный тип веры, который рождается из накопленного благочестия, то эта вера является фундаментом, на основе которой человек действует. Мы знаем, что девятое оскорбление святого имени – это проповедовать о славе святого имени неверующим. Вот. И Бхактивинода Тхакур в Харинама Чинтамани говорит, что если учитель инициирует человека, который не имеет достаточной веры в святое имя, этот человек вследствие своей нехватки веры, он не будет воспевать нормально, он будет находиться на таком материальном уровне, может быть, даже из-за каких-то нама-аппарат где-то как-то может даже деградировать. И учитель, который дал посвящение неверующему, у него будут тоже определенные проблемы, вплоть до весьма плачевных. Вот, то есть, так утверждает Бхактивинода Тхакур. Вот, то есть, мы видим, что Кришна, с одной стороны, вот он доступен, да, в Кали-Югу стал, пожалуйста, Брахма говорит, вот, как казалось бы, да, человеком стал, и вот, хотя не самая высокая форма жизни, но здесь преимущество состоит в том, что наша жизнь, к счастью, короткая. То есть мы думаем, что она к несчастью короткая, а Брахма думает, что она к счастью как раз короткая. То есть это обозначает, что можно за достаточно небольшое время развить в себе любовь к Богу. То есть люди говорят, она недостаточно короткая, имеется в виду, что мало времени для наслаждения чувств. Вот у полубогов у них долгая жизнь, очень удобна для наслаждения чувств, много чего можно успеть. Да? Но за этим наслаждением чувств, мы знаем, что чувства притупляют разум, и живое существо обусловливается комфортом, раем, всеми этими вещами. Вот. И сколько бы ни было времени у живого существа, оно все равно рано или поздно заканчивается в любой форме жизни, в том числе полубожественной. Вот. И так как-то вот майя в таких тонких формах, даже среди благочестивых существ, среди полубогов, очень тонко их обманывает. И хотя у них было очень-очень много времени, как выясняется, на самое главное времени не хватило. Вот, и поэтому они опять, так сказать, финишируют здесь на земле, как Кришна во второй главе Бхагавад-гиты, или в девятой главе Бхагавад-гиты, он говорит, что когда их благочестивая карма заканчивается на планете Индры, там или на подобных, он, значит, опять возвращается сюда, в этот материальный мир. Вот,
Но если смотреть на жизнь человеческую не как на то, что предназначено для чувственного наслаждения, явно здесь как-то что-то не хватает, потому что для чувственного наслаждения всегда нужно больше времени. А тут 20 лет человек растет, пока там школа, то да сё, ему там сколько-то там времени на учебу, на работу, на семью, раз-два и все закончилось. Старость, старость, болезни, смерть. То есть очень мало как-то так глуповато выглядит. То есть совершенно очевидно, что с такой короткой жизнью вот так вот размахнуться на какое-то такое действительно серьезное чувство наслаждения не получится, слишком как-то все коротко. Вот. А у полубогов наоборот, у них они растут так же, как вот, так сказать, люди, даже быстрее, не так сказать, ну, появляются уже на райских планетах, фактически говоря, во взрослом теле, да не то, что там какое-то рождение, он там долго растет, нет, они сразу в таком уже готовом виде, и вся жизнь, пожалуйста, не старости себе, ничего, то есть ты родился молодым и умрешь молодым, и ты долго молодой всегда, да, то есть жизнь специально для чувственного наслаждения, вот, и поэтому это удобно для чувственного наслаждения, но вот для духовного развития это не очень удобно, потому что сама вот эта среда, она не очень способствует этому. А человеческая жизнь, наоборот, для чувственного наслаждения особенно не размахнешься, но вот здесь все так поделено, страдания и наслаждения в определенной пропорции, что в принципе достаточно быстро можно сделать правильные выводы. На райских планетах достаточно тяжело сделать правильные выводы о природе материального мира, потому что там идеальные с материальной точки зрения условия, поэтому создается иллюзия, что все не так уж плохо в действительности. Вот, в то время как здесь, на Земле, мы видим, что страдания и наслаждения, они в такой пропорции правильные, Кришна так вот, скажем, здесь распределил наслаждение и страдания, что, в общем-то, здесь можно учиться значительно быстрее, учиться делать правильные выводы относительно природы этого материального мира. В этом смысле человеческая жизнь, она является своим таким своего рода благословением. Итак, казалось бы, вот, бери и следуй, да? Вот, но мы видим, что вот эта вот нехватка веры, она создает определенные сложности, и по этой причине здесь Прабхупада в комментарии утверждает одну довольно необычную вещь, потому что чаще он утверждает другие вещи. Чаще он утверждает необходимость, приоритет вернуться к Богу за одну жизнь. И здесь он делает такое достаточно прям противоположное. Он говорит, что вернуться к Богу за человеческую жизнь невозможно. Он говорит, но хотя бы в человеческой жизни можно понять, что к чему, и начать действовать. Да? То есть какое-то начало положить. Да? Вот. И у нас возникает естественный вопрос, почему такие вот противоречивые, может быть, утверждения в одном месте. Он говорит, вы должны, вы обязаны, значит, за одну жизнь развить себе сознание Кришны, вернуться к Кришне, здесь он говорит, невозможно. Здесь нет противоречия, потому что все зависит от состояния, в котором находится живое существо. Вот, то есть, если живое существо находится, скажем, в идеальных духовных условиях и как-то вот по максимуму реализовало себя, тогда все становится возможным. Но большинство живых существ не спешит себя помещать в какую-то идеальную среду для духовного развития по одной простой причине, что у него достаточно сильная еще инерция материальных желаний. И вся сложность духовной жизни в материальном мире состоит в том, что мы пытаемся совмещать исполнение своих материальных планов с духовным планом. И вот это вот искусство, оно, пожалуй, наверное, не менее сложное, чем искусство воспевания святого имени. Хотя там, казалось бы, всего три слова. Все, что нужно, это иметь просто правильное отношение. Просто правильное отношение. Но это просто правильное отношение, как выясняется, не совсем простое. И Господь Читания дал определенную формулу, вот этот вот третий стих Шикшаштаки, Тринада Писа Ничина, Тарора Писа Хишнана, Аманина, Манадина Киртани, Асада Хари. Что для того, чтобы достичь успеха в этом воспевании, нужно четыре условия, значит, чтобы не ждать почтения в свой адрес, быть почтительным другим, быть терпеливее дерева и смирение травы, лежащей на дороге. Четыре вещи. Бхактистан Сарасвати Тхакур называл этот стих Сиддха Пранали. Он говорит, вот этот стих есть Сиддха Пранали для вайшнавов. Вот, потому что есть другое понимание, что такое Сиддха Пранали. Сиддха обозначает совершенство, пранали обозначает путь или метод, который дает совершенство. Это Сиддха Пранали так переводится. Вот. И в этом стихе описан метод, то есть как раз вот это вот есть пранали, которая помогает человеку достичь совершенства, то есть сиддхи.
В данном случае воспевание. Воспевание, оно дает контакт с Кришной, потому что святое имя – это и есть сам Кришна. Вот. То есть многие люди думают, что ситха пранали – это вот когда какой-то садху посмотрел на вас таким пронизывающим взглядом и увидел вашу сварупу, вот, и сказал, что вы там в духовном мире там то или сё, и вот следуйте, вот, больше узнавайте об этом персонаже, следуйте по его пути, вот, и таким образом вы достигнете вот этого всего совершенства. Изначально в этой практике нет и не было ничего плохого до тех пор, пока люди под названием Пракрита Схаджи стали использовать ее с другими целями. Вот, то есть любое хорошее дело, его можно извратить, исказить. Вот, и поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур отказался от этой вот практики ситхапранали в том ее смысле, и он сказал: вот ваша ситхапранали, то есть смирение трава, лежащая на дороге, терпеливее дерево, никакого почтения не ждите к себе и оказывайте почтение другим. Вот это вот и есть ваша ситхапранали для того, чтобы вы начали чисто воспевать. Вот. И фактически наша жизнь уходит на то, чтобы, слушая, общаясь, служа, прийти вот к этому правильному пониманию, в котором, собственно говоря, живое существо и может киртаньяса, да, хари, постоянно воспевать святое имя. Потому что в действительности очень тяжело быть терпеливее дерева, смиреннее травы, и не ждать почета, и оказывать почет другим. По одной простой причине, что у живого существа стартовые задачи были совсем другие. И вот это вот ложное эго, вот эта вот материальная концепция, я наслаждаюсь, я управляющий, она настолько глубоко находится в нашем сознании, что вот эти вот четыре вещи, вроде бы простые, оказываются на самом деле самыми сложными. Вот потому что они обозначают полная такая глубокая трансформация личности, которой большинство живых существ оказываются внутренне морально не готовы. Вот, то есть та концепция, в которой мы живем, я сказал, будет как я сказал, будет как я хочу, вот эти все вещи, что вы мне тут не учите меня жить и так далее. Ну, это такая обычная горделивая позиция человека в этом материальном мире, который не любит ничего терпеть, который не понимая, что это за такая концепция какого-то смирения, вот потому что его учат пробиваться, достигать чего-то, там, гордиться своими достижениями, то есть материальная жизнь на других основных совершенно вещах, на других ценностях. Вот, поэтому вот эта внутренняя перестройка, она фактически является самой сложной. И живое существо само себя на таком глубинном уровне перестроить фактически не может. Вот, поэтому, хотя оно может философски все понимать, что это так, вот, но реально какой-то вот такой вот шакти энергии, способности увидеть в себе вот эти вот вещи, их правильно исправить, само живое существо не может. Поэтому ему рекомендуется правильная санга, садху-санга, которая основывается, опять же, на вере. Мы видим, что основой всех процессов, всех практик духовной жизни является вера. То есть шрадха – это основание всего. А сама шрадха, она основана на вот этом вот долгом-долгом накоплении определенном бхакти-сукрити. Вот. И если это бхакти-сукрити есть в сердце, тогда у человека есть естественная вера в святое имя, в шастры, вайшнавов, в святую дхаму, во все эти вот, то, что мы говорим, такие вот трансцендентные источники духовной энергии, милости. Если это есть, тогда человек легко это все принимает и достаточно гармонично, хорошо растет. Вот. Но в Кали-югу со всеми этими вещами довольно-таки сложно дело обстоит. Вот. И поэтому все те процессы, которые мы делаем, они внешне имеют место, но основание, на котором мы это делаем, то есть шрадха, вера, она очень зыбкая. И поэтому человек, его убедили, допустим, что вот это так правильно, да, ты воспевай, поклоняйся. Логически, несложно, у нас достаточно такая мощная проповедническая база, как вот там какие шлоки привести, какие аргументы и так далее. Это все не является сложностью, это как бы такая техническая база, она в этом плане у нас очень хорошо разработана. Вот, но самое главное, это все-таки, несмотря вот там на красивые, так сказать, козыречки, там высокие там пики, там и всякие разные вот эти архитектурные, всякие разные интересные вещи, основа все-таки является фундамент. Вот, потому что мы можем построить очень какое-то изысканное здание, там все хорошо, вот, но если фундамент его слабенький, то вся эта замечательная красивая конструкция, она завалится. Вот, поэтому мы видим, что
достаточно большое время занимает именно вот это вот создание фундамента. Вот, потому что если вы не уделили этому достаточно внимания, вы потом стали уже строить стены, смотришь, там трещина, здесь трещина. Что делать вообще? Да? Можно, конечно, трещину замазать, но она опять вылезет, потому что в фундаменте какие-то есть все эти моменты. Вот, и поэтому, когда мы говорим, допустим, улучшение воспевания, улучшение чтения, чего-то там, всякое разное улучшение. Это все правильно, это все хорошо, но мы должны понимать, что вы не можете строить красивые стены, там какие-нибудь ажурные балконы, там, или рассуждать о том, какие у нас должны быть окна и все прочее, если слабый фундамент. Вот. Поэтому попытки улучшить процесс, то есть вот некую, так сказать, надстройку без укрепление самого фундамента, это достаточно такое действие не очень эффективное. Вот, поэтому все начинается вот с этих вот моментов с верой. Когда Прабхупада общался с некоторыми своими учениками, иногда у них там были какие-то сложности там, и так далее, на каком-то чувственном уровне, что-то там, не могли следовать или что-то еще, он к этому, ну так, снисходительно достаточно относился. Вот. Но он смотрел на качество веры человека. То есть, если человек, несмотря на какие-то все там сложности и так далее, имеет веру в процесс и остается в процессе, то какие-то технические неувязки там, и так далее, которые связаны с какими-то дурными привычками, с низшими гунами, что-то еще, он так снисходительно к этим вещам относился. Но когда он видел, что у человека нет веры, допустим, в шастры там, или что-то еще, особенно там это было, когда пятая песня Шримад Бхагаватам вышла с таким необычным очень описанием космоса, которое сильно вступает в конфликт с современными представлениями о космосе. Учитель говорит, ну как же так, то есть мы видим глазами одно, а тут написано другое, и мы ничего не понимаем, для нас в школе учили так, все верят, что так, а вы говорите не так, вот мы там победно, так сказать, вернулись с Луны, видите, все там покорили, а вы говорите, не может быть, и у них, ну вот такое все. Вот. И когда он видел, что у учеников не хватает веры, допустим, в шастры, что они своим глазам, допустим, или ученым, они верят больше, чем, допустим, там, мудрецам, которые пересказывают Шримад Бхагаватам, вот. А он говорит, ну, ладно, что ж, то есть, как бы, то есть получается, что вот этого фундамента не хватает, поэтому продолжение процесса, оно невозможно, просто невозможно. Вот. Поэтому... А когда мы занимаемся практикой, здесь происходят два момента. Сама по себе практика преданного служения, она обладает таким двояким эффектом. С одной стороны, что-то такое действительно у нас происходит, растет. С другой стороны, происходит также одновременно и укрепление фундамента. Потому что, когда мы что-то делаем, допустим, вера, приводит нас в общество единоверцев, да, Шрадха, Садху, Санга. Общество, вера приводит нас в общество единоверцев. Но что происходит в обществе единоверцев? По идее, предыдущий пункт веры, она должна продолжать крепнуть. Да? Потом дальше, в обществе единоверцев, Садху, Санга, начинается Баджана Крия, преданное служение. А что делает Баджана Крия? Она, с одной стороны, работает на следующую цель, на Анартха Неврити, очищает нас от Анар, а с другой стороны, что? Она продолжает укреплять веру, понимаете? И все предыдущие этапы. То есть правильный процесс это таков, что не то, что мне хватило стартовой веры для того, чтобы начать процесс. Теперь я думаю, что такое эта вера? Да, я уже там занимаюсь баджана крии, там садхусангой и так далее. Нет. Вот, вот эта вот любая ступень, она работает как на последнюю, так и на первую. Вот, потому что если я думаю только там о Кришнапреме, но при этом у меня не хватает элементарной веры в утверждение Шримад Бхагаватам, да, что там космос как-то не так построен, да, как я привык думать, вот, то эти вещи, они сами по себе показывают, что достаточно сложно обрести вот это вот высшее, не имея низшего, то есть не имея вот этой вот стартовой веры, шрадхи. Вот, поэтому очень важно, думая о чем-то более высоком, не забывать о основах, о базе, потому что если, предположим, человек повторяет святое имя и долгое время ну, он не чувствует какого-то особенного прогресса, это обозначает, мы можем говорить там что-то об оскорблениях и так далее, но от чего возникает оскорбление? Оскорбление означает опять же от того, что не хватает веры. Веры во что? Веры в то, что святое имя это есть Кришна.
вера в то, что вайшнавы являются представителями Кришны. Я говорю, ну, господи, у них же столько недостатков, смотрите, да, то есть можно там много назвать пунктов, да, по которым этот человек и другой, и третий несовершенны по всяким параметрам, да. Как же эти люди несовершенные, они могут быть представителями Кришны? Вот, то есть, вот если я нахожусь в такой исключительно рациональной платформе, да, все вот оцениваю чисто так вот внешними регистраторами, да, вижу, как правило, какие-то там материальные несовершенства, но при этом я не вижу преданности, с которой люди пытаются служить Богу. Вот, скорее всего, во мне разовьется вот такое какое-то немножко, может, оскорбительное, снисходительное отношение к преданным. В этом случае Кришна, видя, как я отношусь к его слугам, вряд ли будет особенно благосклонен к тому, чтобы открыть себя мне. Да? Вот, то есть мы видим, что духовное развитие – это не какой-то такой технический вопрос. Давайте проведем семинар там, значит, по улучшению джапы и будем технически разбирать моменты, сколько кругов, за сколько времени мы прочитываем там круг, правильно мы произносим там какие-то звуки и так далее. Вот. Это все неплохо, это все нормально, но все-таки основа-то другое. Да? Вот. Основа является понимание, вера и отношение. Вот, допустим, если я получил от преданных такой великий дар, как вот шастры, святое имя. Пусть даже эти люди несовершенны, я должен признать тот факт, что Кришна использовал, может быть, этих не очень совершенных людей для того, чтобы дать мне вот такую замечательную возможность. И пусть эти люди будут по каким-то там параметрам несовершенны, по меньшей мере я должен быть благодарен, да, и пусть они там со своими несовершенствами сами разбираются, это не мое дело, да, вот, но я должен видеть, что Кришна использовал их для того, чтобы мне что-то дать. Это обозначает, что Кришна не такой в этом плане чистоплюй, как я, да, то есть я ищу себя, вот подайте мне вот такого чистого преданного, у которого ни одного недостатка не будет, вот только с ними буду общаться, да, а Кришна использует всех, у преданного там 99 недостатков и одно достоинство, это одно достоинство возьмет и использует его в каком-то служении, понимаете, вот он такой, понимаете, вот. А я требую, чтобы у меня было все, я придирчиво выбираю, да, кто там мой гуру там или что там еще, все, вот все должно быть стопроцентно, да, это действительно так, нужно искать все идеальное, но Прабхупада говорит, в Кали-Югу все настолько испорчено, что здесь нужно быть, ну, довольным тем, что есть, и стараться развивать такое позитивное видение, то есть как Кришна использует разных людей со своими какими-то их несовершенствами, все-таки для того, чтобы дать нам вот этот вот совершенный процесс. И вот если у нас такое отношение, понимание развивается, то тогда Кришна значительно более благосклонно отзывается на наши все, так сказать, процессы, на все то, что мы делаем, обращаемся к нему. То есть нужно понять так, что оскорбление, допустим, святого имени, оно возможно по одной простой причине, что невозможно оскорбить какое-то слово, да? Вот, невозможно оскорбить какую-то букву там, или еще что-нибудь, потому что они не живые. Хотя в строгом смысле слова иногда говорят, что вот там вы повторяете просто алфавитную наму, да, то есть святое имя, состоящее просто из букв алфавита, акшара. Но эти акшары, они тоже от Кришны. Если алфавит, он тоже от Кришны. Вот Кришна говорит, я есть буква А, да, то есть от него весь этот алфавит идет, все эти вещи. Поэтому даже алфавитная нама, это все равно нама. Другое дело, что Кришна там присутствует, ну, по минимуму, может быть, абсолютно, да. Вот, и для того, чтобы Кришна присутствовал там по максимуму, наша вера должна быть максимальной. Вот, и вера, как это ни странно, она крепнет именно в правильном общении. Не просто в общении, а в правильном общении. Правильное общение – это общение в духе служения. То есть, когда я чувствую, что люди как-то послужили мне осознанно, неосознанно, они что-то мне дали, поэтому я сейчас здесь, да, то есть это все, что я имею, я получил от преданных, от разных преданных, да, вот. И у каждого из них наверняка можно найти кучу недостатков, если так вот подойти беспристрастно к каждому из них, да, но тем не менее, несмотря на все их недостатки, которые у них без сомнения есть, я получил от них очень много всяких благ, понимаете, вот, которые дают какое-то понимание, какой-то опыт там и так далее, и так у каждого, понимаете, вот, все ценное, что мы имеем
духовной жизни, мы получили от разных преданных со всеми их несовершенствами, понимаете? Вот, но при этом Кришна, благодаря своей какой-то непостижимой силе и могуществу, он проявился даже через каких-то несовершенных людей. Вот, как Прабхупада говорит, что вот в Индии какие-то садху они находят там, какую-то там старую пустую там тыкву или что-то еще, приделывают к ней какую-то палку, там струну брин-брин-брин-брин на одной струне там играет и что-то поет. Вот он говорит, ну, все, что на улице валялось, он говорит, поднял там, как-то скрутил, связал, и вот это его там какая-то там балалайка непонятная, да? Ну, во Вриндаване я видел такого, я уже давно там не был, какой-то садху там все время возле этого гестхауса сидел там, и вот он постоянно вот на этой штуке там бринкал на одной струне. Вот. И благодаря его преданности что-то такое происходило, несмотря на то, что там, скажем так, музыкальные средства, да, абсолютно минимальные, да, что там валялось, он поднял из этого всего сделал все. Прабхупада говорит, вот точно так же в Кали-югу, говорит, ну что, люди фактически, он говорит, ну, это просто отбросы общества, то есть, потому что все, одни низшие гуны, да, никакой культуры, ни знания, вообще ничего, все испорчено. Вот. Но, тем не менее, Кришна решил проявиться сейчас. Вот он решил проявиться в таком обществе, да, просто по причине своего сострадания, а не по причине нашей квалификации. Проявлюсь-ка я в Кали-югу, самые лучшие люди, поэтому вот они достойны меня представить. Нет, то есть он сделал прямо противоположное. Он решил проявиться в эпоху самых неквалифицированных людей. И поэтому единственная причина, почему это вообще что-то происходит хорошее в Кали-югу, это духовное движение называется, не потому что у нас какая-то квалификация есть, а потому что есть его сострадание, это вот Каруна Шакти, Крипа Шакти, энергия милости, сострадание, которое от него исходит. По этой причине, единственное по этой причине, что-то вообще говоря происходит. Вот. А если на наши качества смотреть, ну, какие наши качества? То есть только то, что мы их можем связать с Кришной. Вот это составляет какую-то ценность нашей жизни, придает, да, что вот теперь вот это вот нечто несовершенное связано с совершенным, поэтому оно какой-то смысл приобретает. Вот. И поэтому, когда мы говорим о вере, это вера не просто святое имя, это вера в какой-то степени в людей там, и так далее, которые нас окружают, которые что-то такое. И иногда мы слышим, говорит, ой, там лицемерие, там тот и все, еще что-нибудь несовершенство, лидеры несовершенны, те несовершенны. Да, Прабхупада говорит, Кали-юга это океан порока. Если начать искать несовершенство, будет большая толстая папка вообще всех этих несовершенств. Вот. Но люди пытаются, будучи несовершенными, заниматься все-таки совершенной деятельностью. Вот. И если мы обращаем внимание на это, что вот они несовершенны, он пытается заниматься совершенной деятельностью, то вот это как раз и уже формирует немножко другое, позитивное отношение к людям. То есть быть благодарным за то, что мы получили по милости Бога от всяких разных людей, которых он как-то вот в нашей судьбе проявил. Вот, и благодаря этому мы получаем столько всяких разных возможностей. И вот это вот состояние, что мы ценим и к этому бережно относимся, это как раз состояние, которое укрепляет нашу веру, укрепляет наш фундамент и дает какую-то определенную надежду на успех. В то время как, если мы будем просто, так сказать, вот как это некоторые люди делают, так вот, они говорят, статистика, факты, у нас есть статистика, все, мы подогнали статистику и факты, и увидели всякие разные кошмары и ужасы из этих фактов состоящих, да, вот, но при этом мы не увидели, что, несмотря на все это, происходит, так сказать, вот нечто такое духовное, это значит у нас неправильное видение. Вот. То есть ИСККОН, как наше вот как общество, он иногда мне напоминает этот холм Говардхан, который Кришна левым мизинцем, так сказать, держал, там старшие пастухи, они думали, ну, мы же тоже должны поучаствовать там своими палками, там тоже пытались подпирать, да, вот, но мы знаем, что в действительности холм Говардхан держался исключительно на левом мизинце Кришны, а не потому, что другие пастухи из чувства долга, ну, мы же старшие, да, мы же опытные дяди, там, что там ребенок Кришны, что он может, и мы должны тоже подпирать, да, вот, точно так же. А наши усилия, это все, конечно, хорошо, но мы должны понимать, что все тут держится милостью Кришны. То есть Кришна соглашается участвовать во всем этом, да? Хотя, по идее, общаться с такими людьми Кали-юги, ну,
это при его избирательности, при избирательности Кришны, вот, я думаю, что он предпочел бы другую компанию, наверное, да? Вот, но, тем не менее, люди так или иначе как-то вот подтянулись, участвуют во всем этом тоже. Вот, и поэтому Кришна тоже участвует, вот он держит все это, так сказать, хозяйство. Вот, тяжелый холм Говардхан, и мы находим под ним какое-то определенное убежище. То есть, представьте себе, что вам предложили найти убежище под огромной скалой, которую держит маленький мальчик на левом мизинце. Ну, наверное, более глупого предложения не может быть. Да? То есть найдите убежище под таким зонтиком, чуть не сейчас пальчик у него подогнется, и нас всех раздавит. Да? То есть кому вообще придет в голову искать убежище вот под такой странной крышей, да? Которая держится всего лишь на каком-то одном мизинчике, понимаете? Ну, кому такое в голову может прийти? Только тому, кто имеет веру вот в этого мальчика, понимаете? Чей мизинчик, так сказать, сильнее всех остальных, понимаете? Вот, поэтому кажется немного странно, да, что где мы, собственно говоря, убежище-то ищем. Вот. Опять же, это может казаться странным, если мы не имеем веры. И когда читаешь там какие-нибудь слова всяких разных людей, там во всем подряд разочаровавшихся, думаешь, действительно, да, у них все звучит вообще логично, да, все правильно, они пишут, рассуждают, ну прям комар носа не получит. Все очень логично, все очень правильно. А от чего это все берется? От отсутствия веры, да? Вот, от того, что люди не смогли оценить, нет в них вот этого какого-то чувства благодарности тем, кто, может быть, несовершенен сам по себе, но он участвует в совершенной по определению деятельности в преданном служении, благодаря чему и происходит какое-то определенное очищение. А уже все вот эти вот вопросы, одна жизнь, две жизни, возвращение обратно к Богу. Здесь, как говорится, главное начать, правильное начало. Как Прабхупада говорит, что хотя вернуться к Богу за одну жизнь невозможно, говорит, но живое существо, получившее человеческое тело, по крайней мере, может понять, в чем заключается смысл жизни, и начать действовать в сознании Кришны. То есть вот это вот минимальное, минимальное то, что может сделать абсолютно каждый. Да? А все остальное, это уже зависит от степени и глубины веры. Если человек все свои процессы преданного служения совершает с верой, он будет прогрессировать очень быстро. То есть нет никаких проблем, да, в фундаменте, поэтому в строительстве нет задержек. Да? Вот. Если вы начали стройку, опять же, да, и там что-то одно покосилось, другое покосилось, вы не можете ее продолжать, вы должны возвращаться к фундаменту. Вот, и пока вы с фундаментом вопрос не решили, остальная стройка, она заморожена, понимаете? Вот, потому что все понимают, какой смысл этой конструкции, если от основания нет. Вот, поэтому мы видим, что вновь и вновь те или иные сложности, которые мы можем испытывать, они отсылают нас к самой базе, к самому началу, к основанию, да, к фундаменту. Есть у нас вера или нет у нас веры. Вот. И опять же, мы не занимаемся развитием веры как некое вот отдельное само по себе. Я сейчас сижу и развиваю в себе веру. Нет. Она развивается от правильного общения. От правильного общения. То есть, когда я общаюсь с людьми, у которых эта вера есть, совершая определенное служение, то от общения с ними я сам становлюсь более твердым. То есть, вот эта вот нетвердая вера, которая называется каништха, она превращается в веру, которая называется ништха. То есть, допустим, если вот эти вот три этапа, да, каништха, мадхьяма и уттама, вот эти вот три категории спроецировать на этот процесс бхакти, который от шрадхи до премы, вот, то, допустим, шрадха, садхусанга, баджана крия, нартха невритти, эти первые четыре ступени связаны с каништхой. То есть, каништха, адхикари, вот он имеет какую-то базовую веру, он что-то там пытается делать, общаться, и через это он пытается очищаться. То есть, до тех пор, пока он не прошел анартха неврити, он продолжает оставаться каништхой. Хотя, может быть, конечно, каништха чуть-чуть более продвинутым, чем каништха, который еще и только веру и имеет, еще у него там незнание про анартхи, он даже не знает, что это такое, просто вера у него какая-то есть, и все, да. То есть, каништха – это будет этап от шрадхи до анартха неврити. Когда человек прошел в достаточной степени анартха, хотя бы по меньшей мере большую часть, вот этот уровень ништхи, он уже знаменует собой начало мадхьяма адхикари. Вот, то есть начало мадхьяма — это ништха, ручи — это мадхьяма, асакти — это все мадхьяма адхикари, все более и более продвинутый, да? То есть до вершины вот этой вот, как сказать, асакти — это как садана, вершина садана — это асакти, это все уровень мадхьяма адхикари, от ништхи до асакти. Это мадхьямы разных уровней, более возвышенные, менее возвышенные. То есть он имеет твердую веру, он имеет вкус определенный, у него есть
какая-то привязанность к Кришне. Вот, и с уровня Бхавы это уже начинается уровень Уттамадхи Кари. Вот, и поскольку Бхава встречается, как сказано в самом определении, крайне редко, такое характеристика, Судурла Бхава, редко встречается, то, соответственно, и люди уровня Мадхиама, ой, Уттамадхи Кари, они тоже редко встречаются, как носители вот этой вот, вот, этой вот эмоции. Вот, поэтому можно сказать, что нам несказанно повезло, если мы встретили, допустим, хотя бы хорошего Мадхиамадхи Кари, который прошел этап Анартха Ниврити, имеет твердость, какой-то вкус, привязанность, вот он может этим поделиться. И вследствие этого опыта, что происходит с нами, укрепляется Шрадха, укрепляется вера, и тогда все те вещи, которые мы делаем, они технически не являются сложными. Несложно держать в руках четки, повторять три слова, несложно там, читать книжку там, или что-то еще, склониться перед божеством. Это не является сложными действиями. Да? Вот, но эффект этих действий будет зависеть от того, какая вера у человека. Я на днях стоял возле алтаря Панчататвы, и там рядом какая-то женщина, индуска, стояла. Она, ну, буквально там метр от меня, вот, и она что-то там, видимо, молилась, и руки, ну, она тянула так руки к нему, к божеству, то есть прямо как, вы знаете, как вот я понял вот по этому ее жесту качество ее веры, то есть что она вот, не знаю, если бы там не условности храма, там, не знаю, всех этих там и так далее, она бы, наверное, точно там на шею бросилась там этому божеству. Вот, то есть было видно, что сейчас между ней и божеством что-то реально происходит. То есть вот как бы вот этот вот внутренний такой порыв, его сила, она чувствовалась. Вот, и она говорила о внутреннем состоянии веры человека, да, что она пришла сюда не совершить просто регулярный поклон, бум-бум, там пошла дальше, да, вот, а что она пришла сюда с какой-то очень глубокой верой. Понимаете? Вот эта вот вера, она проявлялась во всем, в ее взгляде, там, в том, что она там что-то там бормотала, там, какую-то молитву, не знаю что, в ее в жестикуляции. Да? То есть это обозначает, что вера, она также имеет свои внешние проявления, хотя не обязательно их, так сказать, демонстрировать, но видно, кто совершает действия с верой, кто не особенно с верой. Вот, действия, которые совершаются без веры, они, как правило, сопровождаются какими-то там, не знаю, отвлечениями, что-то еще, люди читают джапу, болтают между собой, там куда-то еще, там в компьютер, там, ну, неважно что, то есть это обозначает, что я просто из чувства долга что-то там делаю, отчитываю, да, вот, но какой-то действительно глубокой связи со святыми, с Кришной у меня нет, вот, поэтому другие вещи, мне кажется, в разной степени важными, или, может быть, даже более важными, поэтому, ой, нет, там сейчас все это бросай. Конечно, когда какой-то форс-мажор, то это все понятно, да, вот, но чаще всего люди пренебрегают воспеванием не по поводу форс-мажора, а в связи с какими-то просто там, ну, я не говорю, что там в туалет захотелось, что это не такого технического плана вещи, вот, а в связи с тем, что в сознании по-прежнему что-то другое кажется более важным, вот и все. Вот, и поэтому рекомендуется, допустим, заниматься воспеванием тогда, когда другие процессы, они просто еще, ну, не включились, вот, допустим, рано утро, да, ну, какие у вас там могут быть дела, там, в 4-5 утра, там, какие-то вот свои, там, бизнес-дела, да, все ваши бизнес-партнеры еще храпят в это время, да, вот, поэтому, вот, пока, так сказать, вот эта вот гуна страсти еще не проснулась, пока она не активизировалась, в это время такой, как бы, такой легкой безмятежности, покоя такого, да, в это время лучше всего как раз заниматься, потому что во все остальное время не отвлекаться на что-то другое, ну, крайне сложно. Нужно либо себя полностью изолировать от всего, да, все отключить, куда-нибудь там уйти, чтобы никто к вам не пристал, ничего не спросил, да. То есть это будет сложно, потому что эта сама гуна, она такая, понимаете, да. А вечером уже все, вы клюете носом, уже ни концентрации, ни сил, там все. Вот, поэтому остается только одно, да. И Шрила Прабхупада говорил, что тот, кто не имеет такой решимости, допустим, рано вставать ради своего вот этого прогресса духовного, говорит, им очень сложно будет развиваться. То есть технические моменты, они тоже важны, да? Они тоже, вот, окружающая среда, энергетика, гуна, вот эта вот окружающая, она тоже имеет значение. Вот. Но, тем не менее, все-таки основа, корень нашей духовной практики, то, на чем мы строим все, это вот это вот качество Шрадхи, какая она, слабая вера или твердая вера, и зависит от этого будет зависеть успех, от этого будет зависеть ответ на вопрос, за одну жизнь это возможно или невозможно. Харе Кришна. Да. Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом, как можно помочь людям, у которых как раз эти проблемы, то есть отсутствие веры, критическое настроение. То есть особенно в тех случаях, когда мы просто, ну, не можешь уйти от
взаимодействие с ними по каким-то причинам? Как помочь человеку, у которого критическое настроение, и который не может уйти от этого всякого негативного взаимодействия? Ну да, особенно если я не могу уйти от взаимодействия с этим человеком. Если вы не можете уйти от взаимодействия с этим человеком. Но нужно понять, что если вы лечитесь, то общение с больными, оно осложнит излечение болезни. То есть, допустим, тяжелые больные, вот они в одном месте лежат, уже выздоравливающих немножко отделяют, чуть-чуть уже отдельно, там почти здоровых они уже там перевели в другое какое-нибудь отделение. Вот, потому что если человек, который пытается выздороветь, регулярно общается с тем, кто проявляет какие-то вот признаки болезни, сложно. 2 дня назад я сидел там на лекции, ну и один бакта так всю лекцию очень интенсивно кашлял мне в затылок вообще. То есть у него понятия вообще не было, что там какая-то маска, если говорю, хотя бы гамчи замотайся, хоть что-нибудь. Он просто так вот кашляет, у него там болезнь, это вообще там во все стороны летело, было видно. Я чувствовал уже к концу лекции, что у меня уже в голове что-то начало еще, как, знаете, как такое предгриппозное состояние. Хотя это все затылком, что называется, чувствовал, да? Но я почувствовал, да? Вот, то есть, с одной стороны, я сижу, слушаю, тут мне садху говорит там какие-то важные вещи, а сзади кто-то мне, так сказать, активно другую тему, да? Вот, и я встал оттуда с такой немножко головой, вот это самое, больной. Вот, поэтому, если мы хотим все-таки излечения, то здесь нужно понять, в чем, что общение, в котором круг общения мы находимся, да, с одной стороны, это могут быть люди, с которыми как-то вот по жизни связаны, не знаю, что это, бизнес, какие-то дела, там, ну, что-то такое, да, всякие разные моменты. Вот, но если через все это идет какая-то негативное какое-то настроение, которое разрушает или подрывает эту вот самую основу, да, нашу веру, вот эту вот шрадху, вот, то тогда нужно просто в какой-то момент, это же, ну, как Господь Читаин сказал, да, асад санга тьяга и вайшнава чара, что поведение вайшнава стоит в том, что он асад сангу от себя отсекает, потому что когда мы слушаем вот такие вещи, негатив там, негатив здесь, там все плохо, все плохо, на что это воздействует? Да просто какая-то информация, на что она воздействует? Она разрушает веру, самый фундамент. Я думаю, о, у того не получилось, у этого получилось. Вообще статистика такая, что почти ни у кого ничего не получилось, и было то и все, какой кошмар, сколько всего было. Что это обозначает? Это обозначает, что процесс, наверное, не работает. Но, скорее всего, тут какие-то люди там просто меня там какими-то ситхами удерживают для того, чтобы я там им, так сказать, это денежку давал, да, регулярно, и вот так вот система. То есть в чем проповедь, допустим, тех же депрограмматоров, прочих? Ребята, с вас просто тянут деньги там под видом какой-то там красивой крыши, там неважно чего, да, вот, а реальность такова, что смотрите, те, кто вам проповедует, они сами-то что, и начинают говорить, да-да-да-да-да, ну да, то есть что происходит? Вера разрушается, понимаете, поэтому, когда мы общаемся вот с такого типа людьми, страдает самое главное. И люди начинают прекращать уже все остальные процессы, там что-то там читать, воспевать, там в храм ходить. Почему? А потому что, а зачем? Ведь верно, это нет той силы, которая привела меня в этот процесс, понимаете? Вот, поэтому, когда мы сталкиваемся с такими вот людьми, которые постоянно из себя излучают этот вот какой-то критический негатив, все вот эти вот вещи, вот, то это вот как считаете, что на вас кто-то вот какой-то там чахоточный, там, или не знаю, там чумной какой-нибудь там кашляет, да, вот, и вы можете говорить, ну как, ну мы же все люди там и так далее, а вы умрете. Вы просто умрете. Все. То есть вследствие такого излишне толерантного отношения к вещам, которых терпеть, вообще-то говоря, нельзя. Понимаете? Вот, поэтому здесь все очень просто. Либо у вас есть квалификация каким-то образом на этого человека воздействовать, да, как-то его там переубедить, либо если такой квалификации нет, не можете спасти его, хотя бы спасите себя. Понимаете? Вот, потому что, сказать, из чувства солидарности помереть с другими – это глупая идея, понимаете? Вот, если кто-то там сам себя, не знаю, там топит или сам себя занимается самоуничтожением, ну, это, как говорится, личное право, вот, но это не обозначает, что мы, увидев вот какие-то деструктивные тенденции, должны проявлять терпимость ко всем этим вещам. Вот, надо просто понять, что… Если кто-то разрушает веру, вера – это основа, понимаете, это вера – это основа. Вот на ней фундамента нет, ничего нет, пустыня будет, понимаете, ни один дом не будет построен. Какой вы дом можете на болоте построить? Там нет фундамента, там нет почвы, понимаете. Вот, поэтому для того, чтобы
что-то построить, для этого нужно иметь прочный фундамент, который рождается из вот этого вот бхакти сукрити, из каких-то хотя бы там, если уж не из чистого преданного служения, хотя бы из правильного, хотя бы уважительного общения с личностями, которые вот эту вот духовность распространяют. Если этого нет, если мы сталкиваемся с тотальным, с тотальной такой вот критикой, ну, мы должны понимать, этим действием, осознанно, неосознанно, мы разрушаем фундамент, на котором стоит все остальное. Если фундамент рухнет, все остальное рухнет, понимаете? И такие ситуации, к сожалению, мы периодически наблюдаем. Вот, поэтому здесь я бы сказал, что, ну, без сентиментов. То есть, ну, лично мне в своей жизни пришлось несколько раз такие жесткие, так сказать, поступки совершать, которые просто, скажем, отсекают меня от людей, с которыми, может быть, я был связан даже долгие годы. Вот, но если я вижу, что эти люди превратились, допустим, в генераторы вот этого вот негатива постоянного, ну, что делать? Я сказал раз, я сказал два, человек не унимается, я говорю, все, до свидания. Вот, поэтому здесь я думаю, что для спасения себя и своего окружения нужно относиться, ну, без сентиментов к этим вещам. Какие теории? Теория синтеза, значит, духовное материальное с эвристичного, и то, и другое как бы получилось одновременно, без жестких мер. Вот без чего? Без жестких мер такого духовного обращения к знанию, а просто... Жесткие меры обращения к знанию, не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Я имею в виду, что вот мы изучаем шастры, мы изучаем священные писания. И что здесь жесткого? Ну, для людей мирского склада это очень жесткое отношение к миру. Вот сейчас вы сами говорите, что надо отсекать, да? Нет, отсекать это... Смотрите, ну, это простой принцип. Ману Самхита говорит, что если у вас там на одном пальце, так сказать, завелась гангрена, ради блага всего тела пальцы это отрубите. Понимаете? Вот, то есть это обозначает, что вы отрубаете часть собственного тела для того, чтобы спасти все остальное тело. Без одного пальца можно жить, понимаете? Вот, то есть... ну ладно, давайте закончите вот это. Что? А в тех случаях, где какое-то такое вот резкое ограничение отношений невозможно, там необходима определенная техника безопасности. То есть, допустим, когда какой-то, ну, материалист что-то негативное говорит, это можно, простите, это вообще не проблема, понимаете? Когда преданный превращается в ядовитую змею, это значительно хуже, понимаете? Вот, потому что материалист, ну что его можно простить? Я вчера слушал лекцию, ну, там ученик Прабхупады рассказывал, он говорит, однажды где-то там в Филадельфии, значит, Прабхупада был, и пригласили какого-то теолога из местного университета на диалог с Прабхупадой. Вот, и как-то там сразу разговор не заладился. Вот этот человек как-то начал так Прабхупаде там вызов бросать. Он говорит, вот вы кришнаит, я христианин, и мы христиане считаем, что Кришна он аморальный тип, потому что он, значит, там с чужими женами, там туда-сё. Вот. Но Прабхупада, видя как бы такой наезд сразу, да, он примерно так же и ответил. Он говорит, я вижу у вас на пальце обручальное кольцо, вы женаты? Он говорит, да, я женат. Он говорит, так это вот вы аморальный тип, потому что в действительности ваша жена принадлежит Кришне. Вот. А вы у Кришны, значит, увели, и то так, вот так вот. Ну, для него это был полный переворот в сознании. Он говорит, все, Прабхупада, все принадлежит Кришне. И он как давай на Прабхупаду кричать вообще, реально там ругаться, все это. Там был Брахмананда Свами, он такой большой. Вот он сказал, ну, так сказать, Прабу, наверное, вам пора идти. Так поднял, так сказать, вынес его за дверь. Вот, и преданные были так возмущены этим. Они сидели в комнате с Прабхупадой и обсуждали, в какой ад пойдет этот человек, да? Что вот, может быть, он пойдет в такой ад, может быть, его там, а ямадуты будут в него залезать, там, заливать кипящие ги. Там, в общем, изощрялись всякие, придумывали наказания этому материалисту. Прабхупад их смотрел на них молча, потом они исчерпали в своих аргументах на Прабхупаду. Устремились, говорили, Прабхупад, а вы что думаете? Он говорит, я думаю, можем его просто простить. Все так вообще, так опешили вообще. Говорит, мы думаем, можем его просто простить, он же в невежестве находится, да. Это было совершенно необычное, так сказать, такое решение, да. Вот, то есть, когда какой-то материалист совершает такие вещи, его можно просто простить.
Ну что, он в невежестве, понимаете? Вот. А когда преданный превратился в какую-то ядовитую змею, понимаете, вместо распространения сознания Кришны, он распространяет какой-то яд, да, уже, вот это хуже. Вот. Поэтому родственники-материалисты – это мягкий случай, что называется, понимаете? То есть, потому что они, как говорится, Христос говорил, не ведают, что творят, понимаете? Вот, поэтому к этому можно так, ну, как в бреду пропад. Говорит, вы же не можете относиться серьезно к человеку, у которого температура 40, и он там что-то несет в бреду, да, каком-то. Ну, понимаете, он в бреду, да? Вот, и с него все взятки гладкие. Вот, но когда человек становится оскорбителем, это совсем другое, понимаете? Поэтому... Родственники-материалисты – это, честно говоря, мелочи жизни, понимаете? По сравнению с преданными, которые пропитались ядом оскорблений. Да. Еще раз. И вот если такое видите, действительно, Прабхупада часто делал большой акцент на шабде, да? И что делал Прабхупада? На шабде, большой акцент на шабде, и как будто бы... Акцент на шабде? Да, ну то есть то, что знания только через шабду, и про тех шануманы как будто бы они сильно занижались. Вот у меня вопрос, возможно ли какое-то вот здравое взаимодействие с социумом, с какими-то научными кругами, в плане проповеди, если мы будем только больше... Здесь нужно понять, что три доказательства шабда, пратьякша и анумана, они имеют все свое назначение. То есть мы не отрицаем пратьякшу, понимаете? Если бы не было пратьякши, я бы сюда не попал бы, понимаете? Я вот ехал на велосипеде, смотрел, куда мне нужно поворачивать, все. Это все пратьякша, понимаете? Это все пратьякша. Вот, поэтому мы не отрицаем пратьякшу. Допустим, после этого я пойду в магазин, потом в храм, и мне во всем этом поможет пратьякша, что я вот вижу, понимаю, да, с какой скоростью, куда поворачивать, все это. Мы не отрицаем пратьякшу, у нее есть свое назначение. Также мы не отрицаем ануману, понимаете? Вот, что, допустим, если я в магазине что-нибудь там куплю, вот, и мне скажут, там сидят 300 рупий, я даю 500, я знаю, что у меня сдача должна быть 200. Это мне помогает анумана, логические выводы, понимаете? Поэтому без ануманы и без пратьякши никуда. Вот, но ануманы и пратьякши, они в основном касаются материальной реальности. Хотя анумана, она также применима и к духовным вещам. То есть логика, она не противоречит духовной реальности. Допустим, как сам Кришна говорит, я источник всех духовных и материальных миров, все исходит из меня, поэтому он начинает логический вывод. Да? Поэтому мудрые, те, кто в совершенстве знают это, отдают себя преданному служению, поклоняются мне всем сердцем. То есть это логично, поклоняться мне всем сердцем, если вы знаете, что из меня все исходит. Но как вы знаете, что из меня все исходит? Это шабда. То есть Кришна говорит, из меня исходит все. Как вы это проверите? Вы не можете это проверить. Вы можете в это верить, да? То есть вы приняли эту шабду на веру, и из нее сделали ануману, логический вывод. Поэтому я должен служить тому, из кого все исходит, понимаете? То есть, и в принципе, пратьякша, опыт подтверждает это, преданные достаточно очищенные, они могут понять, это прасад, это не прасад, это их пратьякша, понимаете, это тоже. То есть, поэтому, или, допустим, вам подали дал, да, там какой-то все, прасад, из него торчит там какая-нибудь кость. Вы думаете, о, это, видимо, Кришна прасад. Нет, ваша пратьякша вас спасет, что там какой-нибудь рыбный хвост из прасада торчать не может, понимаете, да? Вот, то есть, в данном случае пратьякша поможет вам. Вы скажете, не-не, это я не буду. Если вы говорите, какой прасад, там не может быть рыбий хвост в этом дали, понимаете? Все. Уха, трансцендентная уха, да? Нет такого, понимаете? Вот, поэтому мы не отрицаем ануману и пратьякшу. Вот, но мы говорим, что у них есть... свое назначение. Если вы говорите про проповедь научным кругам, то есть там, где люди ценят, да, где ваши факты пратьякши, да, и где ваше теоретическое обоснование всего этого, анумана, да, вот, прекрасно, они говорят, вот наша концепция, да, что мир произошел с большого взрыва, что-то там разлетелось, и вот нам продолжает разлетаться, и мы верим, что этот вот смещающийся там красный спектр этих вот излучения звезд, он свидетельствует о том, что якобы вот эти вот галактики продолжают разлетаться, и поэтому мы верим, хотя мы не видели большого взрыва, но по вот этому смещению красного спектра мы видим, что галактики удаляются, все удаляются, удаляются, значит, они удаляются от чего? От того, что когда это был взрыв, бум, вот и все. Вот это вот наша пратьякша, она подтверждает нашу веру.
веру в большой взрыв, допустим, да, то есть они так мыслят, да, он говорит, вот у нас такая концепция, Алла, а у вас что, да, мы говорим, у нас метафизика другая, то есть вы не видели большой взрыв, мы не видели большого взрыва, но вот в шастрах сказано, что Махавишну сделал выдох, да, и из него вышли там вселенные, а потом же этот Вишну в другой форме, там то да сё, а потом из пупка вырос лотос, и там Брахма и все прочее, вот наша метафизика, да, вот, и мы объясняем это, и нам кажется, это тоже логично, да. То есть это наша анумана, все логично, все логично. Вот, например, мы говорим, все живые существа стремятся к развитию. С чего бы это, допустим, если какая-то материальная эволюция, почему, допустим, инфузория туфелька должна каким-то там стать, не знаю, там, каким-то более сложным видом жизни, да, с чего ради, да? Мы говорим, вот, мы уверены в том, что живые существа изначально совершенны, но вследствие ошибки они попали в материальный мир. Сейчас идет процесс обратного восстановления, да, и поэтому они стремятся к небесам, там, на другие планеты, там, осваивают космос, смотрят вверх, да, антропос, человек, смотрящий вверх, да, что ему там наверху, если там ничего нет, да? То есть само по себе желание куда-то там развиваться, дальше мы говорим, вот это наши анумана, эти наши выводы, которые исходят из нашей метафизики, из нашей веры изначально. Да? То есть у них логика, допустим, большого взрыва, у нас логика, допустим, другая. Да? Вот. И теперь нужно просто-напросто, если мы говорим о этих самых кругах, привести их к одной простой вещи, что в основе всего лежит шрадха, вера, как у ученых, так и у нас, потому что они большого взрыва не видели, они в него верят, да, вот некие опыты там вот, с измерением смещения, красного этого смещения, которое якобы говорит о том, что звезды разлетаются, хотя там может быть вообще о другом, да, вот, то есть они из, как следователи, что такое, он нашел улику, о, и теперь идет по следу и приходит к причине, так следователь действует, да, там кто-то преступник потерял, там, не знаю, что-нибудь, пуговицу у него отвалилась или еще что-нибудь такое, да, и вот он по следствию, следователь приходит к какой-то определенной причине. Дальше материалисты, они увидели, о, какое-то следствие, ну-ка мы пытаемся по следствию, по этому следу прийти к какой-то определенной причине, да, вот, но мы знаем, что иногда у следователей они ложную версию развивают, да, какая-то улика была, он пришел к выводу, а оказалось, что вообще посадили невиновного человека, а виновный где-то на свободе, то есть, вроде бы, в этой логике есть определенный смысл, но также часто и ошибки, то есть, он может ошибиться следователь, потому что все, что он нашел, это не единственное следствие, может быть, есть какие-то другие, которых он не нашел, понимаете? Вот, поэтому все, что нужно, допустим, если мы общаемся с такого рода людьми, это подвести их к пониманию, что мы понимаем вашу предпосылку, допустим, большой взрыв, но по идее широкомыслящие люди, они в таких особенно вопросах, ну, непроверяемых, да, по меньшей мере должны иметь несколько опций. Вот, и поэтому, если, допустим, вы попытаетесь изучать современную космологию, то вы увидите, что в современной космологии существует около 40 теорий возникновения космоса, которые весьма отличаются друг от друга, понимаете, среди ученых. Вот это обозначает, что космология как науки, ее не существует. Космология – это область допущений. Это могло быть так, может быть так, может быть так, может быть так, понимаете, да? Вот поэтому наука космология, слово логия обозначает логос, знание, там что-то такое логично построено. Фикция, простите. То есть официальной какой-то вот единой космологической концепции ее нет. Теория большого взрыва, просто она наиболее распространенная. Но не, если бы она была полностью убедительной для всех ученых, она бы стала единственной. Но существует вместе с ней куча других, понимаете? Вот, и о них говорят других тоже весьма именитые ученые, понимаете? Вот, поэтому если мы говорим космология, то вы должны знать, что, допустим, в науке нет единой космологической модели. Их много, минимум 40, понимаете? Просто большой взрыв – это наиболее распространенная. Этой концепции там лет 200, может, не более того, понимаете? Вот. А мы говорим, что ну, если вы ученые, широкомыслящие люди, вот давайте рассмотрим еще другую, да, что должен быть некий импульс, да, вот почему этот взрыв произошел, допустим, взрыв как вот некое расширение, да? Мы говорим, что вот, допустим, мы видим какие-то процессы, там, не знаю, фейерверки тут запускают, да? Он же не сам взорвался, кто-то, какой-то человек все это там инициировал процесс. Вот вам, пожалуйста, пошел этот большой взрыв, бум-бум-бум-бум-бум, и они там всеми разными цветами раскрываются, все эти фейерверки, понимаете, да? То есть мы пытаемся объяснить, что мы не против концепции расширения, там чего-то там еще, но вопрос, почему это произошло? И чем, допустим, та самая невидимая, необъяснимая, неописуемая сингулярность, из которой, допустим, мир, да, расширился, чем она лучше того же невидимого, необъяснимого там, и, не, так сказать, непонятного Бога. Это рад. То есть, если мы умеем рассуждать, мы просто приведем их к тому, что фактически то, с чего они начинают, это тоже вера.
в некую предпосылку. И их вера ничем не отличается от нашей. Просто наша вера, она такая очень, ну, экзотичная, скажем, да, где вот мы, согласно их вере, жизнь на начальном этапе ее просто быть не могло. Вот только чисто вот какая-то химия, и не более того, понимаете? А мы говорим, да, химия есть, без сомнения, но она вторична. Он говорит, что Кришна говорит, эти вот элементы, да, 8 стихий, там, 5 грубых, 3 тонких, он говорит, это мои, бхинна пракрити, что да, мои 8 материальных энергий. Вот, то есть мы не отрицаем там какие-то процессы механические, происходящие в космосе, но мы говорим о трансцендентной причине. Вот, поэтому перед тем, как говорить о каких-то там деталях, Луна близко или далеко, какая она там и все прочее, мы должны определить принципы, понимаете? Вот, потому что мы узнаем, что с той же там Луной все непросто. Вроде бы одна Луна рядом с нами, а почему тогда этот Сома живет там на горе Манасоттра, черт знает где вообще, на рогах там у черта, да, далеко. То есть что это там его дом, а здесь офис или что? То есть где она настоящая Луна, понимаете? Брахма, допустим, живет на Брахмалоке, а работает на Брахмапуре, а это путь не близкий. Знаете, Брахмалока — это самая высокая планета, а Брахмапуре — на вершине горы Меры, которая достаточно невысокая на самом деле по вселенским масштабам. И так он живет на Брахмалоке, работает в Брахмапуре. И путь, дорога у него каждый день, там, ну, без пробок, надеюсь, так сказать, быстро добирается. Вот, понимаете? Вот, поэтому здесь нужно понимать много разных таких вот всех вещей и деталей, но основа та же самая вера, понимаете? Они не знают, как возник мир. Они предполагают. И таких предположений их минимум 40, понимаете? Поэтому, в принципе, мы в одинаковом положении находимся. Абсолютно в одинаковом положении. Но поскольку они занимают официальный статус, мы официальная наука, то какие бы бредни ни говорили, эти теперь официальные бредни. Потом они скажут, ой, простите, мы меняем на другую. Ну, да, раньше мы не знали, сейчас у нас там какой-то новый телескоп, вот там Белес новое светило, теперь мы поняли, да, все. Им это легко будет проститься. Легко проститься, понимаете? Если какого-нибудь они поймают теолога на какой-то ошибке, ха-ха-ха, они высмеют на весь мир, дурачок, да, какой-то там попик сумасшедший. Вот. А если ученый ошибся, ну ничего, у нас творческий процесс, мы все развиваемся, все нормально, мы своих не сдаем, понимаете? Вот. А чужих мы тут же опустим, так сказать, носом там, в унитаз, понимаете, и будем над ними долго смеяться, какая у них смешная там какая-то теория была. То есть это то, что говорил другой карма Парабху, это просто власть. Он говорит, есть финансовая власть, политическая, есть власть знания. Власть знания, да? Вот наша официальная концепция, вот наше Министерство образования, которое разрабатывает программу. Все, у нас есть власть. Понимаете? Не то, что у них знания больше. Просто вследствие Кали-Юги власти больше. И все. Вот, и теперь они распространяют свои какие-то идеи. А качество этих идей, ну, я бы не сказал, что прям такое высокое, понимаете? Вот поэтому нужно разговаривать о принципах. О принципах. Если мы обладаем квалификацией осуждать в категориях принципов, то можно привести людей достаточно быстро к пониманию того, что все, что у них есть, это просто горстка допущений. И не более того. Особенно в таких вопросах творения мира. Им нечего сказать, понимаете? Просто, ну, официальная власть говорит, а когда говорит официальная власть, ну, извините. Авторитет есть авторитет. Наш принцип тоже прислушаться к авторитетам, да. Их тоже принцип, у них ачарьи свои. На этом надо заканчивать. Надо. Последний вопрос. А вот в нашем обществе изучение Бхагавад-гиты очень важно. Бхагавад-гита указывает, что я создавал вот эту самую хабхар для часа стри, для женщин, да, шудра, для рабочих класс, и для брахма-бхакту, то есть для людей, которые родились в гармонической семье, но не имеют гармонических качеств. Почему как бы хабхар предназначен для стри, шудра, брахма-бхакту, хотя она там Бхагавад-гита содержится? Почему Махабхарата предназначена для людей низкого рождения, и там содержится Бхагавад-гита? То есть вас тревожит вопрос некого противоречия между всей этой вот Санта-Барбарой и Махабхаратой и трансцендентным содержанием Бхагавад-гиты? Ну, Прабхупада очень просто эти вещи объяснял, что если вы хотите дать ребенку горькое лекарство, он не будет его есть. Горькое лекарство нужно в какую-то там сладкую оболочку завернуть, понимаете? Вот, и тогда ребенок согласится это съесть. Или вы даже что-нибудь ему пообещать, что вот выпей горькое лекарство, потом запьешь там сладким напитком, да, что иначе никак. Сладкое все любят, да? Вот, поэтому Махабхарата — это сладость.
Вот это вот приятные, интересные истории, ах-ах, там все захватывает дух, там все эти там сюжеты невероятные. Вот. А Бхагавад-гита — это, ну, то, что, скажем, пробивает мозги конкретно. Да? То есть она такая, это же, ну, суть всех Упанишад, да, Гита-Панишад. Вот. И здесь принцип таков, что Махабхарата, ее сюжет нагнетается, и когда вот это вот уже кульминация, война, да, вот сейчас еще секунду, так, команда, и уже война начнется. Да? И поэтому у всех во время этого нагнетания ситуации внимание максимально, на максимальный все так, а, что, и в это время Кришна раз кидать Бхагавад-гиту, рот открылись, получите, да, вот, потому что подготовить всех этих стри, шудра, там, брахма-банку, сказать, сейчас мы вам крутую философию расскажем, он скажет, ты сам себе ее рассказывай, да, а если вы их, так сказать, это самое, раззадорите, распалите их интерес этими всеми историями, тогда они все откроют рот во время, закиньте Бхагавад-гиту, это просто тактический ход, вот и все, вот, поэтому... Хорошо очень Хридаянанда Махараш об этом, он переводил Махабхарату, у него есть книга очень хорошая на английском, правда, на этом «История из Махабхараты в поисках справедливости» называется у него эта книга. Вот, и он там объясняет, что мы можем Махабхарату изучать на разных уровнях, мы можем изучать Махабхарату как некий исторический срез событий, которые там когда-то происходили в какую-то эпоху, да, мы можем изучать Махабхарату как более широкую вселенскую картину, потому что в действительности Кришна прислал, так сказать, из духовного мира пришла династия Яда, да, остальные эти самые, это были ставленники низших миров, то есть мы можем изучать ее как вот некую локальную историю, да, Индии, можем изучать ее как такую более уже расширенную историю столкновения сил света и тьмы, да, допустим, вот это вот, и можем изучать ее как трансцендентную историю, суть которой изложена в Бхагавад-гите, понимаете, вот, поэтому мы на разных уровнях можем, и одни уловят то, они будут там эту историю там Налы и Дамаяны рассказывают, другие там какие-то там еще всякие истории из Махабхараты о том, о сём, там, как там Бима убивал ракшасов, там, или путешествовал Арджуна там на райские планеты и все прочее. Вот это может быть, да? Вот, может быть, как она, как вот некая, как история политического конфликта определенного, да, там вот Пандавы, там все эти вот в привязке к Индии непосредственно то, что здесь было там тогда-то, да? Вот, а можно охватить вечную часть Бхагавад-гиты, вечную часть Махабхараты, которая это Бхагавад-гиты, по сути дела. Вот, поэтому здесь просто Кришна использовал все эти истории Махабхараты и дал это все как в Кали-Югу наиболее удобоваримое. То есть, допустим, есть Шрути, есть Смрити, да? И находится сейчас много таких умников, которые говорят, вот Шрути — это все самое главное. Кого в Кали-Югу вы заставите читать и слушать Шрути? Все эти там Ригведа, Самоведа, вон, пожалуйста, лежит книжка Самоведа в этих русских книгах. Я как не прохожу, мне все им предлагают. Говорит, это для вас, говорит, вот почитайте. Я говорю, спасибо, почитал, что-то говорю, не, сложновато. Оставьте себе. Вот, то есть, вот эти вот Шрути, даже Упанишады. У меня дома, если все время купил там какой-то парень из Гаудия Матха, меня лет 20 назад, так сказать, на шакти взял, он продавал эти самые, тут по Майяпуру бегал, у него такие три толстые книги, 12 основных Упанишад. И, короче, он мне, так сказать, всучил тогда тоже. Вот, я думаю, вот, Упанишады почитают, там, начал читать. В принципе, я всегда философией интересовался, но я там маленько забуксовал. То есть, ну, сложновато было мне немного. Я это все отложил, думаю, что когда-нибудь дозреет. Вот, поэтому Прабхупада говорит, что да, хотя Шрути считаются первичными, в Кали-Югу основном работают Смрити. Пураны, истории, понимаете? Пураны, Махабхары, вот что работает. Потому что люди какого качества в Кали-Югу, понимаете? То есть в коня корм, какая аудитория, такие, соответственно, описания. Но по смыслу Шрути и Смрити, они ничем не отличаются друг от друга, они по форме отличаются. Если Шрути обычно читают там все эти настоящие брахманы, все, вот они там, ну, все это там разбираются. Каждая из этих Смрити, вернее, каждая из Шрути, вот эта Ригведа, она 4 веды по 7 лет под руководством учителя. Ваш нужно изучать, чтобы там что-то поняли, понимаете? Бхактивидьяпурна Махараша сказал. Там умереть не встать на этих Шрути, понимаете? Кого вы сейчас заставите? Попробуйте распространять сейчас Ригведу, там все эти удачи, понимаете, так сказать. Вот. Но смотрите, шастры, та же самая суть, но другая форма. Форма истории. Пураны, там, Махабхараты, там все эти, там, Бхагавад-гита, да. Ну, благодаря комментариям Прабхупады эти вещи воспринимаются. Вот все. На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.